Письмо для армии от BTS. Здравствуйте, мы Бангтан Бойз. Не плачь. Не буду, я не буду плакать. Что делать? Свет тоже приглушите. Это что за... Это не может быть вот так. Я рэп-монстр. Когда я смотрю на ARMY, то приходят такие мысли. Я задаюсь вопросом, поддерживал ли я когда-либо кого-либо так неистово. Оглядываясь назад, я понимаю, что жил заботясь только о себе, и от этого я чувствую себя неловко. Показать свои чувства другому человеку было чем-то невообразимым. Я знал, что рано или поздно нас бы стали ненавидеть, но встреча с нашими ARMY на самом деле изменила и до сих пор продолжает менять мое мировоззрение и мою жизнь. Я каждый день столькому у вас учусь. Больше всего я боюсь разочаровать вас. Это потому, как я всегда говорю, без всех вас меня бы просто не было. ARMY говорят, что если кто-то осуществляет свою мечту, то она становится мечтой другого. Я хочу быть таким человеком. Я хочу быть вашей мечтой. Я считаю, что такова моя роль. Завтра будет лучше, чем сегодня. Я рэп-монстр. Буду стараться над тем, чтобы стать таким исполнителем и таким лидером. Я вас всех люблю. Привет, ARMY. Это Шуга. Спасибо нашему плотному графику. Мое тело всегда уставшее, но встреча с ARMY, поддерживающих нас, всегда дает мне заряд энергии. Причина, по которой существует Бангтан, это ARMY. Я не очень хорош в проникновенных речах, и мне нелегко описывать свои чувства, но я верю, что вы понимаете то, что я чувствую. Я люблю вас, и спасибо вам, ARMY, я люблю вас. По правде, в прошлом я никогда не размышлял о том, что это было так здорово. Когда я думаю об этом сейчас, то даже во времена стажерства я помню, что всегда задумывался о том, это верный путь для меня, и это уберегло меня от многих вещей. После встречи с нашими ARMY я благодарен за то, что намного больше улыбаюсь и стал более позитивным человеком. Я буду упорно работать над тем, чтобы вы все улыбались и покажу себя с лучшей стороны. Спасибо. Когда я был тренером, я всегда думала, когда же я смогу стоять на сцене. А теперь я чувствую это, слышу громкие аплодисменты от тех людей, которые искренне любят и поддерживают меня. Мои мечты стали реальностью, и сейчас я здесь делаю музыку, получаю любовь от поклонников и усердно работаю для промоушена. Если честно, то я не могу в это поверить. Я обожал танцевать, не учился и частенько рано утром уходил из дома, чтобы практиковаться. После длительного ожидания я наконец-то получил шанс. Люди, которые были рады больше всех за меня, мои родители. В этот момент мой папа улыбался. Я все еще не могу в это поверить, в свою самостоятельность. Ах, Джейхопши, успокойся и попробуй прочитать это снова. Важнее, чем что-либо, наша ARMY, которая любит нас. Спасибо вам всем, я правда, правда благодарен. Если честно, то каждый день у нас изнуряющий и тяжелый, но я верю, что единственная причина того, что я смогу это продолжить, это наша ARMY. Я хочу сказать вам спасибо за то, что вы всегда приходите поддерживать нас. Так же, как и наши тексты, я хочу, чтобы Бангтан оставили след в мире. Я очень сильно люблю Бангтан, я всегда буду любить вас, и я люблю вас. Наша ARMY, я люблю вас. Привет, ARMY. Я участник, который в команде отвечает за привлекательность Чимин. Может быть, потому что мы все еще новички, но кажется, что промоушен для нашего второго альбома пролетел слишком быстро. Вероятно, вы не знаете, но когда я был в трене, я на самом деле не знал, смогу ли я дебютировать. Мой подготовительный период занял только один год и был самым коротким среди участников, но... Чимин Ши, я
Я не знаю, что сказать, чтобы утешить тебя. На самом деле, я много плакал, был подавлен и часто думал о том, чтобы все бросить. Но после того, как дебют... Ах, простите. Пожалуйста, подождите, не плачь. Это так здорово, удивительно и сказочно, что я могу петь, танцевать, позировать и выглядеть глупо перед всеми вами. Пока время идет, я хочу развиваться и хочу показать вам свою лучшую сторону. Арми, я надеюсь, что вы всегда будете на нашей стороне и увидите наш рост. Для Арми, которая любит Бантан, я люблю вас всех. Спасибо. Бантан, я люблю вас. Привет, как у вас дела? Я Ви из Бантан группы, которая уже достигла отметки 100 дней с момента дебюта. Не могу поверить до сих пор в то, что я теперь певец. До сих пор все так необыкновенно, и тот факт, что я могу говорить с нашими фанатами, это так волнительно, сложно, и от этого я испытываю так много разных эмоций. Есть много вещей, которых я еще не знаю, но я буду упорно совершенствоваться и надеюсь, что мы станем такими бантанами, которыми Арми будут гордиться. Наши Арми, я люблю вас. Чонгук, ты плачешь? Окей, последний участник, Чонгук. Здравствуйте, я Чонгук. Я много пишу в Твиттере на фан-кафе и пишу письма, но это оказалось сложнее, чем я представлял. Я считаю, что действительно показать кому-то настоящего себя и реальные эмоции – самое сложное для меня. Во время промоушена и по сей день у меня появилась маленькая, но важная цель. Я хочу стать таким певцом, который может цеплять душу своим голосом. И также стать таким певцом, чтобы люди могли без сомнений, гордо и не смущаясь сказать: «Я фанат BTS». Вы очень важная часть нашей жизни, и поэтому я правда очень расстраиваюсь, когда вы говорите, что вам жаль. Я надеюсь, что мы к каждому сможем быть благодарными. Я верю в то, что, несмотря на время, мы вместе продолжим делать памятные воспоминания и даже сможем просто поболтать, смотря друг другу в глаза. Арми, я правда люблю вас всех. Спасибо. И на этом мы сворачиваем дневник Бантан, первую главу «Осень». Это на самом деле было действительно трогательно. Как это было? Как насчет того, чтобы каждый сказал о своих чувствах? Во-первых, я хочу извиниться, потому что я считаю, что я один из тех, кто создал вот такое настроение. Также я хочу сказать, что каждое слово наших армий, сказанное нам, обладает великой силой. Мы будем группой Бантан, которая не разочарует вас. Поэтому, пожалуйста, продолжайте наблюдать за нами. Спасибо. Я люблю вас и спасибо. Я всегда стараюсь показать, что я вас всех люблю, что я благодарен, но это все еще невероятно сложно. Но сейчас у меня получилось немного показать вам свои чувства, так что... Я люблю вас. На самом деле, перед тем, как сюда прийти, я думаю, что я осознал, что я за человек и каким я должен стать. Арми, мы правда вам благодарны за то, что вы с нами. Мы будем работать очень упорно. Спасибо. С вами была группа Бантан. 2, 3, спасибо вам. Спасибо. Я люблю вас. Я чувствую такое смущение. Я люблю вас. Дневник BTS, глава 1. Первая официальная встреча с фанатами на самом деле станет незабываемой. Арми, мы правда вас всех любим, и мы всегда так счастливы благодаря вам. Огромное вам спасибо. Во время того, как играет песня, покажите правильную хореографию. Случайный танец во время фан-митинга. Oh.
Ребята, мы сможем.